Здравствуйте, дорогие друзья! Это Анапа. Сегодня 16 июня 2017 года. Я нахожусь на пляже у речки Анапка. По левую сторону от меня и туда дальше продолжается центральный пляж. Ну а в эту сторону, за Анапку, там уже пошли пляжи Янтарь, Голубая Даль, Премьера, Бревнышко и туда дальше, в сторону Джемете. Вот, ну, я вот сразу вижу, что уже Камка. Я снимаю на экшн-камеру, камера помещена у меня в такой поролоновый бокс, что должно немножко подавлять шум, который шум моря и ветер. Ну вот я смотрю, Камка уже здесь, вот, люди лежат, загорают. Ну, я, конечно, не ожидал, что будет сразу так вот меня встретит Камка, но это так и есть. Ну, вот практически я сейчас уже нахожусь на центральном пляже. Вот, доехал до причала. Ну все, дальше я не поеду, там забаррикадировано детьми. Вот, ну. Море сегодня волнуется, да и, в общем-то, так вот я не вижу спасательных. Да, кстати, черный шар на спасательном пункте, это значит, что купание запрещено. Ну, купаются и дети. Конечно, я не знаю, вот спасатели, видимо. А, ну это с Золотого пляжа, с аквапарка, предлагают свои аттракционы. А вот в прошлом году ходили спасатели с мегафонами, и вот также говорили, что купание запрещено, и всех просили покинуть акваторию. Почему? Потому что в прошлом году тоже был шторм, ну, сейчас не такой сильный шторм, в прошлом году был сильнее шторм, и за сутки утонуло 5 человек. Это, конечно, было для Анапы ЧП, но после этого начались меры приниматься, и, конечно, это была трагедия, вот. Ну, ладно, сейчас я пока показываю состояние моря. Вот в этом участке у Анапки уже, ну, так, видимо, и течение морское, и прибой. Вот сюда сбивает Камку. Вот. Поэтому, кто здесь, вот, конечно, пляж арендовал, это не очень удобно, потому что народу здесь не так много останавливается. Ну, кому охота ходить через эту грязь, вот, а через нее ходить, ну, не совсем приятно. Хотя, вот, мы когда приезжали, ходили, как-то даже, знаете, не замечали, в этой вот, в эйфории отпуска, думали, ну, подумаешь, там, немножечко Камки какой-то, преодолели ее. Но, правда, и Камка была вот не такая густая. Она была зеленая, в общем-то. Сейчас вот я вижу, конечно, Камка уже, несмотря на всего лишь
16 июня. Комка уже такая серьезная, и, видимо, ее, ну, не знаю, может быть, уберут, конечно. Вот. А в прошлом году никто комку не убирал, а она лежала, гнила до черноты, и это было очень, конечно, неприглядная картина, запах такой тошнотворный. Вот, поэтому вот такая ситуация сегодня на пляже 16 июня. Вот, ну вот я еще раз показываю, что на мачте спасательного пункта черный шар. Это говорит о том, что купание запрещено. Лодка наготове, готова спасти терпящих бедствия. Вот, ну, катамараны стоят на приколе. Я не знаю, видимо, в такую погоду, наверное, катамаранам тоже запрещено выходить. Хотя в море я вижу, ну, суда, это понятно, турецкий поток, может быть, что-то там рыболовное, и несколько прогулочных яхт в море находится, больше ничего не видно. Вот, что еще? Ну, пляж оборудован, как уже я показывал, есть лежаки с надписью «Прокат». Ну, наверное, везде цены одинаковые, 150 рублей стоит на целый день взять вот такой вот лежак-шезлонг. Вот. Но когда я отдыхал, там давали еще на 50, за 50 рублей на час, потому что мы приходили с ребенком, жариться на солнце слишком было опасно, поэтому мы брали за 50 рублей, и нам, в общем-то, и хватало этого часа, чтобы отдохнуть. Вон, чайка рыбу дохлую. Сейчас она ее снова вот берет, пытается взять. Ага, но не может. Оставила, бросила и полетела дальше. Вот, не стала она возиться с этой рыбой. А сколько сейчас в аквапарке стоит? 1200 взрослый? 700 детский, да? От метра 20, да? До метра 40. Детский, детский берут. Детский от метра 40. До 5 сантиметров бесплатно. А вы заметки, как я понял, делаете? Да, блок. До 105 сантиметров бесплатно идет. Не только до 3, до 105 сантиметров. Ясно. До 105 сантиметров бесплатно, говорят, вот в аквапарке. А детский до 140 сантиметров. 700 рублей. Там по росту. Взрослый 1200. Ну вот горку, конечно, поставили, но кто будет здесь вот? Видим, что никого нету в этом маленьком бассейне. Да, и погода. Погода сегодня тоже. Утром я посмотрел на градуснике 20 градусов, ну, для лета 20 градусов в Анапе, ну, это, конечно, очень такая низкая температура, хотя, ну, по пляжу это не скажешь, все-таки люди приехали, они приехали прежде всего на море, и на море они и идут, и проводят здесь время свое. Ну, в Анапке дети тоже булькаются, хотя я тоже уже неоднократно показывал, стоит щит, что купание в Анапке запрещено, ну, по санитарным показателям, потому что в верховьях Анапки живут лебеди, живут водоплавающие другие птицы, утки там, лягушки, поэтому понятно, что. Ну, видимо, все-таки понятно, зато здесь нет волны, и волна вот с моря, она в Анапку не заходит, поэтому дети тут и находят себе, как говорится, место, родители, вернее, для детей находят такое вот место для купания. Там вот батут большой синий-желтый установлен. С этой стороны тоже есть катамараны, которые просто стоят без дела. И, ну, зонтики с
соломой такой крытый и шезлонги. Вот. Ветер такой достаточно свежий, он не холодный, но прохладный, не горячий. Вот. И вот на меня прямо идут три человека с черной кожей. Вот это студенты приезжают из Краснодара, где они учатся в высших учебных заведениях. Они хорошо знают русский, хорошо знают, как устроен русский бизнес. Вот, вот что-то там возмущаются, показывают, как они будут перебредать, непонятно. Вот, поэтому они очень тут себя хорошо чувствуют и зарабатывают свои копейки за лето, за сезон. Женщины у них, как правило, плетут косички, сидят, а мужички вот зарабатывают фотографией экзотической. Ну, вот такой вот репортаж я снял. Кому он понравился, поставьте свои лайки. Кто зашел на канал случайно, и вдруг он ему каким-то образом понравился, и человек, если вы хотите получать сообщение о том, что вышло новое видео, то подпишитесь на мой канал, и оно вам придет по электронной почте сообщение. Всего вам доброго. Я думаю, что, может быть, еще включусь. Ну, думаю, то, что я снял, это уже интересно и достойно вашего внимания. Всего вам доброго. Вы были на канале Альбатрос. Всего до новых встреч.